генеральный спонсор прогноза погоды – жилой комплекс «Москва». Генеральный спонсор прогноза погоды – жилой комплекс «Москва». Жизнь в формате «Все включено» – качество, комфорт и безопасность. Здравствуйте! В эфире Ксения Якунина и прогноз погоды на ближайшие сутки. На востоке Московской области ночью похолодало до плюс одного. Температура, близкая к первым заморозкам, отмечена также в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимировской и Рязанской областях. В самой столице все еще продолжают удерживаться более высокие значения, но сезонные перемены свое потихоньку берут. Ясному утру придется на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Преимущественно без осадков, дневные значения близки к отметке плюс 17, ночные будут колебаться от 12 до 14 градусов тепла. Ветер западного направления 7 метров в секунду, атмосферное давление пониженное. На Черноморском побережье пляжный сезон продолжается, и погода во всю этому способствует. В ближайшие дни будет ясно, тепло и солнечно, дожди ожидаются только в Сочи. Будет преобладать холодный северный ветер с порывами до 6 метров в секунду. Но на температуре это не отразится, она по-прежнему достаточно высокая. Днем воздух прогреется от 24 до 29 тепла, ночью от 20 до 22. Столица Кубани также продолжает нас радовать ясной и солнечной погодой. Небо будет оставаться ясным, осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 31, ночью плюс 19 градусов. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное. На сегодня о погоде все. Строительная компания «Стройэлектросевкафмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай и живи. С вами была Ксения Якунина. Всем желаю прекрасной погоды и не менее прекрасного настроения.